А мы с Анюткой шли мимо, и тут такой дворик классный. Ну, конечно, наверное, раньше здесь было очень красиво. Посмотрите, во дворе фонтанчик, такие лавочки. Ну, правда, такое уже порушенное. Тут бы красиво, да, клумбочки высадить. Ну, классный. Мне очень понравился. И там магазин пряжи большой. На дереве, видите, какие красивые эти узорчики. Наверное, крючком вязали и так дерево обтянули. Прикольно. Ну да, такие лавочки уже пообсыпались. Но вообще, наверное, раньше было это тут круто. Так. И тут магазин украинский, бренд одягу. Украинский виробник. Магазинчик такой. Аня хочет зайти в магазин. Вы рассказывали китайский. Вы мне в комментариях писали, что Софийке будет интересно сейчас. Но если мимо будем идти, может, зайдем. Сейчас вам ближе подойду, сниму. Пряжа. Прям такой двор уютный. Ну, это ж надо, такая рукодельница какая-то связала. Реклама. Ну, это не я рекламирую, просто люди так рекламируют свой магазин. Вообще дом красивый. Мне нравится такой. Там проходик еще есть, арочка такая. Нашли мы этот магазинчик. Сейчас зайдем, посмотрим. Минисо.
Ой, как тут красиво раньше, когда огонечки горели, да? Все, подсветка была, на День города включали. Мне так нравилось. Помнишь, мы с Олей ехали, она открывала в машине этот люк, или как он называется, люк. И мы так смотрели, оно так все сверкало. Есть, это сейчас я покажу. Так было красиво. Да, я очень с Олей любила ездить так в машине. Нашла видео? Нет, фотография. Вот мы с Костей сели на той стороне. А другая там перед этим была? Это тоже фотки. Класс. Вот тут стояли, да? Да, вон там. Класс. Возле Евы. 2020 год. 4 января. Угу. Жизнь была беззаботная, да? Идем. Ты была когда-нибудь в пузатой хате? Конечно, когда я лежала в больнице, там, где прилетела. Ага. Костя меня сюда возил покушать. Хорошо, тут вкусно? Было. Было, да? Так, нам сворачивать? Да. Ага, стоим. Здравствуйте. Ой, как хорошо. Я обожаю гулять в этой хате. Погуляйте, девочки, кто уехал, скучает за Харьковом. Мы идти к вам такую экскурсию устроили. Я сказала это. Костя. А мы идем в Никольский. Музыканты какие, да? Красивые. Софийка вчера... Вчера Софийка записывала 150 раз. Надо было произведение записать. Все, у нее что-то не получилось. Они были золотые. Ну, может быть, краска с бронзой это слезла. Никольский. Да. На нулевой? Минус третий? Ой, аж непривычно, что мы в Никольском без Камилки. Ага, сейчас бы она тут бегала, играла с детками. Соскучилась, да? Я же ее вчера, получается, вечер не видела. А, ну да. Я вот хожу без Камилы уже полдня, и вы знаете, мне так не привык. Телефон покупала я в Фокстроте свой. А вот напротив Сэнс. Кто? Один Сэнс. А что мы там не купили, не да? Знаю. Софиин любимый Ашоп, девочки, кто любит? О, Олень, какая я тематика, не Хэллоуин. Да. Тут подростков столько, они всегда тут все выбирают, им все нравится. Ой, маленькие сумочки, пушистики. Уже люди к Новому году готовятся. Посмотрите, тематика. Мне девочки спрашивали, Наташа, где твоя елка? Дома елка, девочки, елка моя красивая осталась дома. В Никольском на минус третьем этаже можно спуститься. И здесь открылось очень много магазинов. И вы можете скупиться, не боясь поветряных тревог. Все открыто, все работает. Синсей, Вэлси Вайкики. Тебе надо в Синсей? Я хочу Вэлси Вайкики. Мне Синсей не очень. Ну пойдем, бабушка купит вам бутылок. Обалдеть. Пойдем в ЛС, а потом в Синсей. Олянь, какая одежка. Три у нас час. Меньше. Мне надо быть через час дома. Обожаю в ЛС Вайкики вообще. ЛС Вайкики. Смотри себе, я себе. Знаете, как обычно происходит? Ой, музыка играет, сейчас быстро скажу. Обычно происходит как? Мне вот это все нравится уже. Ты приходишь в магазин, поветренной тревоги нет, и ты как бешеный бегаешь, не можешь спокойно померить. Тебе надо быстро купить, потому что сейчас будет тревога, все закроется. Минус третий этаж. Пожалуйста, девочки, ходите, меряйте, выбирайте и не спешите. Я вам тут поснимаю немножко, только без звука, с музыкой.
Глянь, какая у нас тут булочка. Какая. Булочка. А ну вылазь. С маком, булочка. Девочки, уже залезла в сумку, там шерудит, балует. Глянь, что вытворяет. Ух ты, какая-то камилочки. Да, жилетка. Спасибо. Она там чуть-чуть, ну я видела, ну чуть-чуть грязненькая. Мы это отстираем, ага. Знаешь что? Красивый цвет. Да. Аня думала, брать, не брать. Я говорю, Аня, я возьму камили. Тем более по скидке, девчонки, вообще. Смотрите. Это ну, она и стоила цена. Недорого. Обычно жилетки по 1000 гривен. Очень хорошая. Угу. Я говорю, только возьми побольше размер, чтобы... Она и взяла маленький какой-то. Я говорю, бери побольше, пусть жилетка лучше длинненькая. Лучше она будет свободненькая, да, конечно. Да. Вылезла с сумки. Очень хорошенькая. А мне что? А тебе... А, еще покажешь у Камилочки. Ага. Камилочки вот такие... Аня, говорю, давай лосинки... Возьмем. Смотри, под у нее тренч. Плащ тренч и вот эта курточка стеганая, вот будет такая хорошо, вот. Да. Оно сейчас цвет такой вот, тут модненький, да? Красивая. ХБшечка, хорошие девочки. Но знаете, что я вам скажу? За двое лосин 479. На первом этаже выбор не такой, как выше на, ну, на каком он там. На этаж выше. Я да. Не помню, на каком. Но я думаю, выше. Или они только открылись в Алсивайкики, еще товар раскладывают. Ну, так, я вам скажу. 50, можно сказать, ну, мне только понравилось, наверное, процентов 10. Ну, мама, может, только завозят это? А мне да. Она, знаете, что купила? Моцарелки. Моцарелки. Ну, честно сказать, я рада больше всего. Выбирай. Даже двое. Да, дата там недолго, до 25-го, чтобы ты съела. Да. А, София, забирай, там кефир, молоко, сыр. Забирай. Все, всем пока. Я пошла. Угу. А Софик, как всегда, мама как уезжает, она всегда, зайка моя, все поубирает, пылючку вытрет, попылесосит, пулики помоет. Моя зайчка, спасибо. Я тебе купила моцарелки, ты рада. Спасибо. А что, ты приду в магазин, их нет и нет, и нет, и нет. Одежду я же без тебя не покупаю тебе. Я тебе рассказывала только, что шапочку там хотела, такая, как капор такой, и там как ушки вязаны. Ну, не ушки вязаны, но как, ну, оно форма такая в китайском магазине. Ой, а мы заходили, там девочки нам советовали китайский, другой только. Посмотрели, ну там такое, игрушки, и это все, тапочки стояли, красивые. Ну, мы же с Аней загуглили на Алиэкспресс, те, которые там 700, на Алике за 400 можно купить. Дороже все. Но были там такие, для декора мне очень понравилось, такая как железная, ну, видео я тебе потом покажу, такая как подставочка такая декора, внутри свечка типа, ну, она от батарейки. Ну, на Алике почти такая же цена. А тут была акция. Берешь одну, вторая в подарок. Я хотела взять. Я говорю, Ань, давай возьму и тебе. Она, Аня не захотела. Хотя Ане красиво, вот если возле камина поставить. Вот декор красивый. Балованная. А я, девчата, дивитесь, что я нашла. Ой, не нашла. Смотрите, что я вам хотела показать. Как вам моя сумка? А ну как, девочки. Темновато. Сейчас фонарь включу.
Как вам сумочка серенькая? София, говорю, София, хорошая сумка. Она говорит, да, хорошая модная сумка. Ну, для тебя. Ну, для меня, девчата. Это ж я ее нашла. Думаю, полезла, там вещи в гардеробной там поправляла. Не пойму, думаю, что мне там не помещается. А это моя сумка. Я думала, я ее забыла в Мирнограде. Ну, она хорошая такая. Мне кажется, сейчас ходят с такими, да? Вот это примялось, что-то оно. Залезла в сумку. Вот это ж я искала, не могла найти. Это ж как уезжали, кидала уже все подряд. Пауэрбанк нашла. Раз. Вот, мне часто спрашивали, какой. Вот, 20-ка. София, как он называется, не помнишь? Нет. И я забываю все время. Ну, вот написано. А, вот он. Вот название. Васиус. Да, Васиус. Правильно мы прочитали? Ты на Б сказала? Да. Правильно. Ба. Васиус. 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 Я покупала в этом, как он, магазин, это Водафон, да? Мам. А как? Я не знаю. Нет, сама ты Водафон, там, где ты стекло ставила. Нет, 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 там, где телефоны, ну, с Аней мы там были. Водафон, там, где карточки. А белый ты где покупала? Тоже там. А, белый нет, не, ну, там, вот, а этот там покупала. Абсолютно одинаково. Ручки, смотри, что еще. Зарядочка. Ручки свои привезла с дома. Думаю, где мои все ручки? А я думаю, где хоть один нормальный лайнер? Ты видишь, сколько я тут понаходила? Так, зайка, что тут? Денег не было, денег нет. Ремешок свой. На, повесь. Я его себе заберу. Не, это мой, мне для джинсов. Нравится. Да. Хорошая сумка, она у меня почти как новенькая. Она есть новенькая, а с ней мало походила. Так, что тут? Салфетки влажные, целая упаковка. Сегодня с Аней ходили, пирожное такое вкусное ели. Я говорю, Аня, у тебя есть салфетки? Она говорит, нет, нету. А ну, София, вот тут внутри давай еще проверим, может там что-то есть. А может тут что-то есть, может деньги найдем. Мам. Нет. Ты найдешь тут что-нибудь? А ну, открой. Ага. Ну вот, смотри. Ничего нету? Не, вот эту вот открой. Это. Да. Хорошая сумка. Цвет такой универсальный, серый. О, тут же тоже пачка салфеток. А, ну все. Ну, сильно много делов, да? Знаешь, что я, вот, девочки, я люблю такие большие сумки, но я не люблю, когда внутри вот этот вот отдел. Я им не пользуюсь, я вот так сминаю и пользуюсь просто вот одним. Ну вот замочек мне нравится, когда вот так есть замочек и вот так замочек. А, и вот так, и вот так замочек. А вот это внутреннее, ну, бывает, может, что-то и можно положить. Ну вот я больше, мне вот так удобно открыл, и я все вижу. Хорошая сумка. Вот эти только поперекручивались. О. Можно и вот так носить. Вот это ж стояла, примялась. Надо поправить ее. Мама. Расправить. О. Сейчас будет. Ну ладно, потом поправишь. Ручки. И так можно, и длинненькими можно носить на плечо. Да? Угу. Хорошо. Я довольна, что я ее нашла. На. Только надо напихать, чтобы вот все равно она... Подержи ее. Мам, ну потом попихаешь. Ладно, потом.